Давай. Смотрите, мы вот такие два лотка малины. Тут по 800 грамм. Почти кило. 200 рублей лоточек. Объесться можно. Круто идем. И Лёмка тоже у нас шпарит. Малина. Малина чистая. Мы знаем, чья это малина. Поэтому ее не мыть, ничего не надо. Она там чистейшая. За ней ухаживают так, что... Вот мы шли по трассе. Офигенно. Ой, чуть не упала. Я сегодня, между прочим, в юбке. Так можно прям. Я прям вот так. С работы днем. Морожка? Я говорю, морожка. Ромашка. Ромашка у меня. Ромашка. Тесть. Вкусно. Да. Хорошо жить в деревне. Дай. Малина. Видите, тоже прям сладка хреначат. Малина. Вот такой. Ух, тут 800 грамм. Мы не взвешивали. Но лоток огромный. 200 рублей. Задним пальцем камеру. Тык-тык, вперед-назад, тык-тык. Ромчик, вкусно? Заелся весь, уже вся маечка. Пофиг, постираем. Потом опять скажет, а почему не слушаешь? Да-да-да. Так с пальца вкуснее. Да. Он прям с коробок едим, это вкусно. А вот клубнику, вот бабушка говорит, ее мыть не надо, она вкуснее не мытая. Не, ну не в грязюке там, конечно. А вот, да, она действительно, потому что у нее, скорее всего, сверху какой-то вот сладкий слой такой, мы ее водой смываем. Ну, конечно, я сейчас говорю про домашнюю клубнику, которую ты сам вырастил, сам знаешь. По газонам не ходи! Шикарный газон. Да, что он... Главное, что он покошен. Огурчики домашние, перчик, картошечка, картошка 50 рублей. Это я все домой никак не дойду. Дети уже ушли, а я все вот иду домой. А куда мне торопиться? Семеро по лавкам у меня нет. А это что? А, тоже огурчики. Влажной тряпкой накрыт. Кабачки. Пахнут укропом. Не, ну там укроп, петрушка, чеснок, там все. На, там угу. Шампунь. Я бы прижарила посильней. Просто... Нет, дольше надо было подержать, да. Что... Не, чтобы вода стекла. Ого, чеснока напихала. Ёперный балет. Я у себя дома не ложу. Звонит. У меня как раз помидорчик есть, помидорка свежий. Подавила. Ну а как ее под мой на это? Вот вишня вот тут лежит. Там тут свой.
Вообще слушаться не хотят. Вот сейчас вроде стоят. Но Аська больше понимает. Так, все, идем вперед. Все, вперед идем. Ася умнее. Зарка чуть-чуть поглупее. Ну, может, подрастет еще. Но это уже прочухала, что перелей будет получать. Я пошла на дачу за горохом. Ну, взяла с собой собак. Ну, кстати, от тайны еле-еле отмазались. Я не знаю, хочу, спущу я их или нет. В прошлый раз я... Пойдем. Вот сейчас меня опять запутает. В прошлый раз я их спустила, обеих. Зарка сразу вернулась домой. А Аська только к утру. Но это потому, что с тайной. Я не знаю. Я сейчас, конечно, их отпущу. Но я так думаю. Ну, не сейчас, а когда уже туда кушери зайдем подальше от дороги, от всего. Это. Если убегут, ну, бегут, они прибегут. Просто когда и как. Хочу посмотреть на их интеллект. Ой, подожди, сеструха писает. Вот. Хочу проверить их интеллект. Потому что с мамкой это одно. Пойдем, ну что ты в репихи залезла? Потому что с мамкой это одно, она их приводит. А самим не знаю. Сниму ошейники, конечно, иначе я уже задолбалась все ошейники покупать. Пойдем. Оно вроде и мелочь, но поначалу было по 80 рублей, сейчас уже по 150. Не, перебор. В общем, сейчас хочу провести эксперимент. Дождя, надеюсь, не будет. Они вернутся. Но как и когда, хочу посмотреть. Ну, тяжело с двумя, конечно. Они меня сейчас завалили, я упала, блин. Лежу, лапками дрыгаю. Мамаши нету, мы от тайны же. Нравится. Да понятно, что нравится. Сейчас будем смотреть, девочки. Очень много заброшенных дач. Очень много. Я вот там вот вижу вишню эту, как она, волнованка. Как она? Вот я ее там вижу. Если на обратном пути будет все нормально, я залезу туда, по кушерям. Может, еще раз упаду. Вот я сегодня в юбке была на работе. Ну, ребята, все. Теперь опять неделю юбку носить не буду, потому что я упала на колени. Прям у меня будут синяки. Вот так вот. Какие нафиг юбки? Только... А я сегодня платье с утра. Так, вперед. Ну, мерила платье или юбку одеть. Ну, одела юбку. Ну, все. Лена, доставай завтра штаны опять. На коленках 100% будут синяки. И можно, у меня юбки, конечно, закрывают колени. Но это когда я стою, а когда я сижу. Я пока постоянно следить буду. Да, нафиг. Кто запутался? Кто? Вот чертенята. Ну, Ася, Ась, остановись. Ася, стой. Видите, она стоит. Она понимает. А вот та дурочка нифига еще не понимает ничего. В общем, видите? Идем. Все, идем. Вот видите, вот Ася даже она идет по дороге. А это уже вся кошерей обрыла. О, запутывается. Все, пойдем. Потоптать она не сильно, ничего не потопчут. О, какие вишни. О, запуталась опять. Сейчас тут будут всякие эти цицарочки. Не знаю, откусю сейчас. Посмотрим, что будет. Пусть бегут, в принципе, а что? Смотрите, они же у меня тоже, ну, курей, гусей, уток они не трогают.
потому что, ну, они же у меня по улице уже не первый раз бегают. Ну, меня и тайна не трогает. Смотрим. Дайте, я тебе камеру выключу. Там загнали на дерево. О, 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 смотрите. Интересно. Поймают они. Сюда ближе. Загнали, загнали. Ага, о, видите? Охотница. Зара! Аська, видите, бегает. Аська поняла. А Зара, по-моему, ничего не поняла, куда кто улетел и убежал. Ой, слушайте, судя по звуку, их там куча целая. Это что? Кинза. Арбузики тут у мамы. Судя по звуку, их тут куча целая сидит. Ой, гляньте, какая луча хорошая. Много. Аська. Осёныш. Что там? Азарка где? А где Зара? Зара! Иди сюда! И Зарка такая. Ладно, пусть развлекаются. Я пойду. Мама помидорки посадила. Укроп. А, надо убрать. Зум поставила, иду показываю. Что показываю? Вот, лук уже, который такой. Не на перо, который. Вот видите, сколько гороха. Куча целая. Целая куча. Сейчас я его буду час тут рвать. Блин. Чеснок. Картошку Кирилл с бабушкой садили, с Ромкой, с Крестюнькой. Ну шо, ну шо, ну шо. Ась, не уходите, девочки. Не трогай! Кабачки. Кабачки уже есть. Но мама тут вчера была, она уже нарвала. Этот, кстати, нормальный такой. О, уже какая-то зараза, видите? Поклевала. Пожалуйста. Этот бурячок. Ну, это буряк, который борщевой. А свеклы я не знаю. Свеклы, наверное, тут и нет. Это на борщ, который... Пойду. Полно гороха, ребята. Вообще в этом году. В прошлом вообще у нас его не было. Так вот, чуть-чуть. А в этом мама говорит, насадила специально побольше, чтобы это. Его, блин, нафига. Видите, так вот это, если перевернуть вон они. Все, буду двумя руками. Двумя руками быстрее. Так, ну я уже все закончила. Лука нарвала. Вот гороха целый пол пакета. Девки тут. Сейчас будет самое интересное их ловить. Ну, сейчас посмотрим. Знаете что? Я слышу, они купаются. Здесь канал. И они в него прям сбегали. Я слышу хлюп. О, да. Что у меня тайна тоже обожает купаться. Ну смотри, Зарка купается хорошо, Ася не очень. Молодцы, девочки.
Сейчас будет дубль 2 вас поставить на этот, привязать. Буду привязывать прям здесь, потому что потом я их совсем не поймаю. Лучше отсюда буду идти. Так, ну, собрала я их быстро. Абсолютно быстро, не знаю. Сразу же только камеру выключила, когда вам сказала, что мне надо сразу же, они же рядом стояли. Но первую Аську. Неудобно мне еще. Комары в глаза. Но, повторюсь еще раз, это потому, что нет тут тайны. Тайна бы была, все, девки бы ускакали бы до самой Стефановки. Я уверена в этом. Все, ладно, неудобно. Домой идем. Я как с бани. Гляньте, я ушла, даже сережки не сняла. Потому что я быстро-быстро переоделась и пошла на дачу. Все, мокрая. Время. А я не знаю, сколько времени. 8:20. Все, нагулялась, ребята. Это такая физкультура, физзарядка. После вчерашнего обжорства, да, Таня, да? Пришла к Тане вчера, у нее полный стол, ну вы видели, да? Я просто вчера вот так вот объелась. Сегодня все выгнала. Мокрые. Фух. Так, ну все, всем пока-пока. Вот так прошел моя вторая половина дня. Днем-то, утром-то. Не, утром могу, конечно, но днем-то я снимать не могу. Не на работе. Ну, а вечер вот такой. Единственное, мне еще сейчас надо собакам есть варить. 2 кастрюли. Это где-то 10:00, короче. 8:00. Сейчас я зайду, пока достану, пока нарежу. Да, 10:00 где-то я еще буду готовить. Собакам. Ну и все. Ульку у меня есть чем кормить. Ухи еще осталось. Суп гороховый вообще не тронутый. Сосиски там такое. Все по мелочи, короче. Ну все. Всем пока. Всем хорошего вечера и времени суток, когда вы меня смотрите. Пока. Лайк, подписка.